упокой, Господи, душу померла сыном первой белорусской семьи Господня Анатолия Сеца. Вместе светлым, вместе радостным, вместе спокойным, где не можу, ни болю, ни суму, ни плачу, а лежиться бесконцая вечера. Традиционный рушник неглюбской манеры. Мы ткали его ровно тыдень, и вот я бачила больше за 10 человек, которые приходили и спричинились до этой справы. Может быть, их было больше, но это и я так само спричинилась, и хотели бы некий знак своей пошаны и знак такой отданности до творчества, до самой особо Анатолия Сыса, хотели бы промоцевать сапраўдный белорусский рушник, який он воспевал в своих вершах неодноразово. Побач был такий великий поэт, что мы это, может, одразу не отчули. А потом, коли уже его не стало, коли учитываешься у родки не той душой и не тыми вачима, як тады просто мы побач, то тады открываются такие далягляды, такий звон у поэзии Анатолия Сыса, что мы дзе удаемся, як мы тады гэтага не адчувалі. І мы адкрываем сёння, і будзем адкрываць, і заўтра будзем адкрываць. І пасля нас будуць, бо ён чалавек, які не мае дна. Гэта бездонная глыба вялікага крышталёвага палёту паэзіі. І мы радыя, што мы былі сучаснікамі з гэтым Анатолем Сысом. І радыя, што ў нас яго радкі, і радкі мы гэтыя захаваем у сваёй душы на ўсё жыццё. Анатоль бы оценил, что гумор. Один из самых талиновитых, коли не самый талиновитый белорусский поэт другой половины 20-го стагоддзя. И он поэт разноплановый. И чудный лирик, и вельми вобразностью его, именно цікавая белорусская вобразность в его творах. Спочатку читаешь, ну, нібыта ничего. Почитал другий раз, перечитал. Усплывае нейкі новы сэнс, новая думка, новы вобраз. Пачытаў яшчэ новае, вось такая глубінная шматпластовасць, шматслойнасць яго паэзіі. Ну і найперш гэта такая пранізлівая, выпакутаваная любоў да беларушчыны, да сваёй зямлі. З чаго пачаць? Пачну з радзімы. Так абавязаны пачаць я. Але в ей ты не один, и навошта про любовь кричать. Нехай я повторюся, у любови тысячу разов,
Затое щирою клянуся, без фальшу, без подробных слов. Что ж, починай, як выбрав долю, не доля знойдеться сама. Перед тобою поле бою. Тут не один поэт сканав. Наше поле бою — это родный подворок родной хаты Анатолия Сыса, где сегодня у восьмый раз отбывается уже традиционное свято поэзии у ягоны гонор. Низкий поклон этому куточку земли белорусской, гомельской, рельской. Низкий поклон этому стену в этой хате, якой не родился, якая чула голос Анатолия Сыса, якая сприяла ему его в первых кроках, самых элементарных, якая была сведком, як он учился, як он починал, як спочатку починал говорить на белорусской мове, а может, с российским акцентом, як он отдыху, якая отправляла его уже в далекий свет, на учебу в Гомеле спочатку, потом в Минск, але потом вельми тепло, по-материнску примала его, в якой он знаходил опошнее свое спогаду, спочуванню, подтримку, и таким чином вернулся. Сегодня мы это были на свои московские, свои родные могилки, какие назвал. Бачите, такой, такой мерен бы патриотом, на вот могилки он назвал заповедным раем. Поступало людей все больше и больше. Я думаю, что с часом в этой святы перетворятся великие национальные белорусские поэтичные святы. Сегодня я хотел бы сгадать еще одного человека, якого с нами побач нема, який повинен был бы быть. Я думаю, что в думках он с нами. Найближайший сябр Анатоля, Лесь Беляцкий. И это он как раз так само спричинился до организации этих святов. И это он некогда с Анатолием распочинал белорусский национальный рух. Приблизно 15 годов тому они первыми организовали у этой же осенние дни первый митинг на Беларуси, присвеченный памяти репрессованных литераторов. И нам сегодня не хапает таких людей, как Анатолий. Вельми не хапает. Не хапает таких людей, как Олесь. Але белорусская земля богатая, щедрая на таленты. И я думаю, что сирот тих, хто нам от присутничает тут, і сирот белорусов, вельми шмат тих, хто протягує справу Анатоля і Олеся. Вечне Анатолю Сису. Обмазав хтось дьогтем неба, ступив до здради перший бруд. І коні вогненного Феба афарбовали гриви у бруд. Обмазав дьогтем хтось неба, як нёба у висохлой труне. Зрабіў мастак з калосся хлеба свой пэндзэль, погань ім кране. Ён намалюе сонца ў золак і стане ў свеце зноў відно. За фарбу ж д'ябал дзесь з-пад зорак паднёс у келіху віно. Бушую целе кіпень сілы, а дыдзе даўкае жуда. А Бог ему в отказ терпливо порваных гуслях кров подал.
я прочитав в інтернет-виданні «Наша Ніва» про те, що помер Анатоль Сис. Я прочитав його вірші, мені сподобалось, а потім я випадково дізнався, що він виявляється на Одесі там, де і я. І відповідно, мені стало цікаво більше ця ситуація. Я почав більше його вивчати і вирішив якось приїхати, коли влітку просто випадково сюди приїхати сам по собі, без жодних якихось причин. І дізнався, що є таке свято в першу суботу після його дня народження. Починаючи з 2008 року, я кожного року здесь буваю. І для мене Анатоль Сис – це повернення годності, гідності в Білорусі. Це білорус. І коли я презентую Білорусь, я і намагаюся якось показати, що це нормальна, гідна європейська країна, я завжди пропоную почитати, дізнатися або щось послухати саме або вірші Анатолі Сиса, але їх важко читати навіть українцям, тому що вони написані все ж таки білоруською мовою, або послухати щось трохи простіше в виконанні різних білоруських людей. І зазвичай я кажу, от дивіться, от є така людина, от якраз є Білорусь. Навиломить Дніпра, що гризє аржани, зачерствілий з віками обривистий бохан, греють гладкі пузи на сонці чауни, як жінчини з фантазією босха. Познає тут здалеку рибак рибака, розлітаються пирски нехитрої розмови про життя і об тим, як схудніла рака, і відомо ще про улови у затоках, де шепчуться спрес чироти, чаплі хитрые, зайздросно вигнули шиї, певно ведомо їм, що з глибінь ні роти не приходять ніколі, пустые, мільгані у хвалях чайки, отчайне крило, і віри між облоку уздымя, і ось рака, і рука, що тримає весло, а весло – это шлях до родимы. Шмат сплуло, а ще кольки сиді води, тільки з пам'яті змить навіть її немагчимо, як у жнівні рака накидає завжди на себе апранаху члима. Ось тоді я збираю своїх сябруков, хто ще помнить вуду, кручок і пацаку, каб на досвідку шльогать яршов, дибучков, де глядеть, як поклони б'є бакен. Але ведаться був ведаць на Дніпрі. Я заспеваю песню, якую вельми любил человек, в гости до якого мы сегодня собрались. Песня называется «Заведи меня, сябра, в запой». И он эту песню любил не тому, что она про запой, хотя эта тематика ни ему, ни мне не была чуждая. И он ее любил, потому что эта песня зусим не про пьянку. Зусим не про пьянку. Ой, да чаго ж, чалавек, я слабы, ну ніяк мне не зладіць сабою, і живу я апошнія дні прачуваннем шальнога запою. Ой, да чаго ж, чалавек, я слабы, за радзіму скіпела душа, не душа, открытая рана, а с кем пить мне недолго шукать, я пойду до бывалого сябра, ой, с кем пить мне недолго шукать, что горелку, что денатурат, усё глытая мой сябра без меры, и хай спочатку я выпью не шмат. Ты спрацують російські гени, охай спочатку я вип'ю не шмат. Ми давно, а тепер поготов, зможем кривними зваться братами, як мою проросійську кров. Ми твоїм самогоном розбавим, так забери ж мене, сябра, в запой. Каб згубіць лік гадзін і хвілін, ты ўжо варта напіцца
дощенту, каб не ведать апошніх навін, ты не чуть с подара президента, ой, забери меня, сябра, с собой, каб не сумно было им поспать. Жыхарам гэтай хацкай будовы, а будзем выць мы з табой і спяваць самай мёртвай і чыстай умовай, так забіры мяне, сябра, ў сапой. Звар'яцелыя нашы мазгі, на такія дзівосы наладзім, а быцца ўсі маскалі утекли, и святый наш Зенон при уладе. Ой, забери меня, сябра, с собой. За родиму не один выпьем штоф, у якую все поле я веру, и у яе працавитый народ с поступовым зникнением бутылек, так забери меня, сябра, с собой. И может здариться дивная речь. Самое главное забыла, может здариться дивная речь. А, да такой мы добьемся ступени, а что житё нам подастся чистей, ну хоть крыху по запои сканчэнні, так забери мяне, сябра, с собой. Браво! Я не ведаю, кто после мяне еще будет выступать, но я пропоную эту песню так само успрымать, как заклик. Я спадзяюся, что до Анатолия прыйдзе калісьці признание, як калісьці пришло зусім недавно и до Караткевич на державном узроўні, и до Быкова на державном узроўні нарэшце пришло признание. Я спадзяюся, что и до Анатолия прыйдзе признание на державном узроўні. Я спадзяюся, что вот гэты подворок и яго могила будут иметь статус помника, а наше объединение будет этому сприять, как менавіта гэтые мясціны были помниками и аховывались державой. Я хотел бы сказать, что я завсёды думал, чому у нас в Беларуси нараджаются вот такие чудовные люди, как Анатоль. И я пришел до высновы, что, мабыть, усё ж таки, я зрабіў такую параллель. На Дняпры народился Караткевич, пророк. На Дняпры народился Анатолий, так само пророк. Мабыть, Дняпро, вот эта могутная рака, рака шматликих народов, якая иде и праз Беларусь, она дает энергию вот этой мясціне, и эта мясціна периодично здольна нараджать вот таких вот моцных людей.